Через туманы незгоды забот и в лазурные светлые дали путь себе пролагает народ. Небеса, где не будет печали, силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, Святым Духом сплоченная тесно. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Брачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных, из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренных. Встреча радостной будет тогда, ликование на небе прибудем, не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. О, мой друг, посмотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил, искупив жизнь сполна, тебя смертью своею крестной. Хочет Он быть с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью,